Дмитрий Кудряшов, один из кандидатов на бой с польским гигантом Майрушем Вахом. 25 мая на национальном стадионе в Варшаве, Польша, состоится вечер бокса, в котором участие примет местный викинг. Но вот кто станет его соперником, еще неизвестно. У организаторов три варианта. Это Брайант Дженнингс, Дерек Чесора и Дмитрий Кудряшов. Написал в твиттере организатор шоу Марчин Найман. 38-летний Вах всю свою карьеру выступает в супертяжелом весе, что неудивительно при его росте 2 метра 2 сантиметра. Крайний бой Майруш провел в ноябре, уступив техническим нокаутом в 9 раунде проспекту Джарелу Миллеру. Действующий чемпион мира в полусреднем весе по двум версиям Кит Турман дал свою версию оценки событий. Предшествующим бою двух чемпионов супертяжей Энтони Джошуа и Дуантея Уайлдера, американцу Уайлдеру Кит посоветовал почаще выходить на ринг, а британцу Джошуа Турман дал совет не спешить с таким опасным боем и предложил провести еще несколько денежных и безопасных защит своих поясов. Дуантей мог бы быть чуть более активным, нежели сейчас, из-за всех этих историй. В них нет его вины, но они представляют собой проблемы, через которые он должен пройти. С допингом соперников, со своей травмой, он через многое прошел. Он просто мог бы быть чуть более активным и просто продолжать говорить, пытаясь залезть под кожу Джошуа. Джошуа не нужен сейчас этот бой. Он молодой, его рекорд 20-0, и он может провести пару защит титула. А если почувствует, что будет готов к этому бою и захочет протестировать себя, тогда все, что ему нужно будет сделать, это сделать один телефонный звонок. Энтони Джошуа еще ни разу не получал такой удар, которым наградит его Уайлдер. Правильно, правильно, это факт. Но и Дуантей ни разу не получал такой удар, которым обладает Джошуа. Вот почему я люблю этот бой. Может быть, он состоится сегодня, завтра или через год. Я просто надеюсь, что в итоге он все же произойдет. 25-летний брат самого юного чемпиона мира в суперсреднем весе Давида Бенавидеса, Хосе Бенавидес, вовсю готовится к своему бою, который должен состояться 3 февраля в андеркарте Хильберта Рамиреса. Во время своей тренировки Хосе уделил немного времени общению с журналистами и ответил на пару вопросов, один из которых стал возможный бой британца Амира Хана и Мэнни Пакьяо. Наверное, победит Амир. Он моложе и быстрее. Конечно, Пакьяо остается Пакьяо. К тому же, они оба знают стили друг друга, потому что они спарринговали. Это будет хороший бой, но все же я считаю, что победит Амир. Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший в своем последнем бою, потерпевший одностороннее поражение против Сауля Альвареса, рассказал о своем видении списка лучших боксеров мира. По мнению Хулио, на днях вновь приступивший к тренировкам, первые три строчки должны занимать русскоговорящие боксеры Ломаченко, Головкин и Сергей Ковалев. На первое место я поставлю Головкина и Ломаченко. Также один из лучших является Ковалев. Да, он проиграл Уорду, но выиграл у него первый бой. Четвертый – Эрл Спенс. На пятое место можно поставить Канело.